я одета сегодня. У нас уже тепло. Выхожу без плаща. Птички поют. Район монастырь называется здесь. Раньше в Гемляке был православный монастырь большой. Хочу сходить хоть развалины посмотреть. Какие зелень, горы, море и такой спуск. Не знаю, как сюда машины зимой заезжают. Так, еще какой-то супермаркет тут рядышком, сказали, от дома. Пока все нравится в Турции. А там дальше посмотрим. Гемлик. Город, район Бурса. Городок с двух сторон окружен высочайшими горами. Не знаю, как они называются. И посреди Гемлекский залив. Гемлик славится своими оливками, маслинами. И вот магазинчик производства местного масел, пасты из оливок, маслин. Вот так вот все выглядит. Вот собственник. Натуральное масло и вот паста из олив. А, дешевле даже, чем в супермаркете Ханур. Здесь вот эти магазинчики с маслом местного производства на каждом углу. Оливки, маслины. То, что все я обожаю. Вот такая центральная улица в Гемлике. Вот кто говорил, что в Турции нет творога. Вот, пожалуйста. Туршу, знаменитые турецкие соленья. Мне не очень понравилось, потому что очень много уксуса. Вот мой рай. Я сейчас в гостях у турчанки, которая занимается организацией праздника свадеб, никяха, день рождения и так далее. Вот такая красота у нее тут.
Это кухня, это офис. А это платье. На никях одевают, на вечер хны. Или на день хны, как правильно. Это турецкие кафтаны. Вот. Такая девушка у нас знакомая. Офис твой. Ну-ка, да. Офис, а, но. Пойдем, пойдем. Сегодня дождик у нас в Гемлике. Гемлик – это греческий город Киос. Раньше был. Все расцвело. Какие деревья красивые. Снимают цены в Ануре, гибрики. Помидоры, вот я говорила, очень хорошие. По 10 тыле. Мое любимое масло 32,95. Тут перечная паста очень хорошая. Жалко, что у нас такая не продается в России. Очень вкусно с ней готовить. Магазин Анур, такой среднего класса. Десяток 12,95, почти 140 рублей. Русский салат называется. Жалкое подобие оливье. Фунты 20 килограмм типа наших пельменей. Вот так это не выглядит. 23 килограмма. Это вот такой учебный центр для ребятишек. Приходят уроки после школы, делают типа что-то между библиотекой и учебным залом.